Вітаю в ефірі студія «Репортер» в прямому ефірі. Одеса готується до другого туру мерських виборів, який відбудеться 15 листопада. Зараз у мене в гостях одна з дієвих осіб, людина, яка візьме участь в другому турі мерських виборів, народний депутат України Микола Скорик. Пан Микола, вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора, я вас вітаю, телеглядачів телеканалу «Репортер». Знаєте, дуже багато було розмов про те, що вибори мера міста Одеси, вони прийдуть в один тур, все вирішено буде. Але ні, ми бачимо, що ті рейтинги та соціологія, яку давали діючій владі, вона істотно відрізнялась від тої, яку ми отримали на виборах 25 жовтня. Чому так? Мер втрачає довіру? Ну, перше, сьогодні день української мови, і я хотів привітати і вас, і всіх телеглядачів, наших одеситів, які розмовляють українською мовою. Для мене це одна з моїх рідних мов. Я все-таки больше говорю на русском, думаю на русском, но я считаю, что во многом противопоставление языков, оно у нас искусственно, и дай бог в случае моего избрания, я постараюсь сделать все для того, чтобы украинские и русские языки чувствовали себя максимально комфортно в нашем городе. Что касается социологии, о которой вы сказали, то эту социологию о том, что Геннадий Леонидович выходит беспроблемно, побеждает в первом туре, это разгоняло его, ну, скажем, его пиарщики. Она абсолютно не соответствовала действительности, мы это понимали изначально. У нас были совершенно другие цифры, которые, в общем-то, и подтвердились на табло в результате подведенных итогов. Мэрская команда очень нервничает. По этой причине в результате подтасовок и, скажем, давления на членов городской избирательной комиссии Одесса – единственный крупный в Украине город, где второй тур назначен не на 22 ноября, как в других городах, где он будет там, предположим, во Львове и в других крупных городах, в том же Николаеве. А назначен на 15 число с тем, чтобы максимально ужать мою кампанию избирательную как кандидата в городские головы. Более того, Геннадий Леонидович пошел по пути фейков, черного пиара и давления на тех, скажем, людей, которые меня поддерживают. Я хочу очень огромное спасибо высказать тем своим коллегам, которые соперникам по первому туру и коллегам, которые меня поддержали, это Евгений Альфредович Червоненко, Сергей Васильевич Кивалов, Дмитрий Иванович Голубов, который не участвовал в избирательной кампании первого тура в силу того, что ему не дали это сделать, но я очень благодарен, и он как общественный деятель, как в прошлом народный депутат, тоже очень активно меня поддержал. Мэрия понимает, что их время прошло. Они считают, то считали, вернее, что одесситы будут и дальше мириться с той ситуацией, которую они демонстрировали городу. Они, скажем, привыкли к таким очень плохим привычкам за последние 6 лет, которые они находятся у власти. И первая главная привычка – это обманывать. И они думали, что дальше одесситы будут делать вид, что это им нравится. На самом деле одесситы продемонстрировали свое отношение к действующему мэру. Если сложить все рейтинги, которые, скажем, отданы не за мэра, то за него отдано меньшинство голосов. Мне сложно сказать, какая часть из этих людей, которые голосовали за других кандидатов, перейдет ко мне. Но на сегодняшний день у нас, в принципе, выбор, он даже не между личностями, особистостями Труханова чи Скорика, а между тем, что все ли вас устраивает в действующей власти, и хотите ли вы жить так дальше, или вы хотите власть изменить и жить по совершенно другим правилам, по законам украинским, по, скажем, с пониманием того, что город развивается и так далее. Я думаю, что вот выбор будет именно в этом плане. Естественно, мы понимаем, что наши оппоненты готовятся к масштабным фальсификациям и предпринимают все от нас зависящие шаги для того, чтобы этим фальсификациям воспрепятствовать. Та социология, которая есть уже на сегодняшний день в распоряжении нашего штаба, говорит о том, что мы побеждаем. И задача на сегодняшний день, за оставшиеся
дни сделать так, чтобы этот разрыв действительно был уверенным, для того, чтобы нас не пытались там раздергивать в каких-то судах, для того, чтобы действительно убедить одесситов, что Труханову есть альтернатива в Одессе. И я сделаю все для того, чтобы максимально сплотить и одесситов, и, скажем, и деловые круги, бизнес вокруг этой идеи. Я считаю, что объединить надо, опять же, после победы не только тех, кто голосовал за меня, а всех одесситов вокруг идеи развития нашего города. У нас есть достаточно много интересных предложений, но те, которые, скажем, давно мы вносили еще в свое время с Вадимом Рабиновичем, это тоже Порто-Франко, это необходимость переориентации бюджета на максимально социально ориентированные рельсы, это необходимость, вот с Дмитрием Ивановичем мы Голубом започаткували такую программу строительства, облагораживания 100 внутридомовых территорий, и сделаем все для того, чтобы ее за несколько лет реализовать. Это строительство 5 новых школ и как минимум и 5 детских садиков. Это адресная помощь и малому бизнесу, и пенсионерам. Для этого всего мы прекрасно понимаем, что нужно увеличивать доходную часть. Это шаги, направленные на то, чтобы, скажем, те потоки, которые крутятся в карманах сомнительного окружения мэра, они перешли в городской бюджет из вот этих частных карманов и многие другие вещи. Я спостерігаю за тим, ну, відверто кажучи, психозом, який навколо цього другого туру він відбувається. Ну, це було очікувано. Люди, ну, зокрема, в Фейсбуці, вони розділені там аби на Труханов, аби на Скорик. Потрібно якось щось позитивне шукати. Ну, ось я все ж таки спостерігаю за цими людьми, які ні в якому разі не згодні підтримувати вас. Вони займаються відвертою демонізацією. Давайте називайте речі своїми іменами. Там руський мир, все, повернення до лону руського миру. Ну, люди забувають, що, наприклад, Микола Скорик працював в обласній раді. Обласна рада – це були не найгірші часи для Одещини. 7 років тому ви очолили Одеську обласну держадміністрацію. Теж непогано все розпочиналося. Ви знаєте, мені немає в чому виправдовуватися, але ну, у мене така дуже гарна нагода. Я на початку нашої з вами зустрічі сказав про те, що сьогодні день української мови. От я приведу декілька прикладів зі свого попереднього життя, про яке ви тільки що згадували. Скажімо, в обласній раді я завжди вів сесії українською мовою. Скажімо, працюючи в Міністерстві фінансів Автономної Республіки Крим, я робив все для того, щоб листування, скажімо, на той час Міністерство фінансів України дозволяло листуватися Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим з ним. Це був єдиний суб'єкт, який листувався російською мовою. І я зробив все для того, щоб з Києвом ми листувалися українською, в першу чергу, задля того, щоб дійсно отримати відповідні кошти для розвитку Автономної Республіки Крим, для того, щоб наше спілкування було максимально ефективним. І це було досягнуто. І я можу приводити таких прикладів досить багато. Мені немає в чому виправдовуватися. Я є громадянином України, я прожив в Одесі все своє життя. Я закінчував радянських часів українську школу. Я є громадянином України все своє життя, я голосував за незалежність нашої держави в 91-му році. Я вважаю, що я багато чого зробив для регіону. Ну, багато чого, може, це так не дуже буде так правильно оцінювати власні кроки з власної точки зору. Я вважаю, що це мають вирішувати одесити, жителі нашої області, але те, що певні досягнення у мене є, я в цьому впевнений. Наскільки я гідний займати посаду одеського міського голови, будуть вирішувати одесити, і я буду звертатися до всіх одеситів. Те, що я говорю про те, що ми маємо захистити не тільки українську мову, але й русський язик, я від цього не відкажусь. Дійсно, я считаю, что достаточно прилично владею державной мовою, но думаю на русском языке. Я не считаю, что человек, говорящий
на русском языке, у него меньше уровень патриотизма, скажем, чем у того, кто думает и говорит исключительно на украинском. Я думаю, что у нас есть достаточно много точек для того, чтобы... И главное для действительного оценка мэра — это развитие нашего города, то, что в городе, как город будет развиваться, как он будет жить. Я постараюсь сделать все для того, чтобы одесситов в этом вопросе не подвести. Я, может, пользуясь, ну, скажем, возможностью, хотел бы еще раз пригласить к дискуссии действующего мэра. Я неоднократно и во время первого тура, и уже буквально в ночь выборов 25-го предлагал перед вторым туром провести дебаты. Я думаю, что они будут очень полезны для жителей нашего города. Я думаю, что они будут очень полезны с точки зрения того, чтобы люди посмотрели на нас со стороны в непосредственном общении, в том, что насколько наши программные моменты, насколько наши человеческие качества устраивают жителей города Одессы, не с бордов, там, улыбками, кто из нас красивее улыбнется или кто из нас более фотогеничный, а с тем, чтобы люди могли воочию пообщаться и увидеть, кто им ближе, не только чья программа, но и, скажем, человеческие качества. Ну, про пріоритетні задачі я від вас почув, але вирішувати важливі питання для інфраструктури Одеси, так, для економічного розвитку, самотужки ніяк не вийде. Ми це розуміємо, що кожного мера, ну, не як там короля там робить світа, потрібна команда професіоналів. Чи є такі професіонали, які з мером Скориком будуть працювати, ну, так, синергічно, ну, ефективно? В першу чергу команда – це фракція «Опозиційна платформа «За життя». Список цієї політичної сили я очолював на виборах. Во-вторых, это, естественно, депутаты не только нашей фракции. Я постараюсь, как мэр, опираться не только на фракцию, которая выдвинула меня, на политическую силу, которая выдвинула меня на выборы, но и на все политические силы, которые прошли в городской совет. Мы должны все вместе работать на благо города. Я считаю, что в нынешнем аппарате горсовета, в нынешней структуре есть достаточно много профессионалов, и никакой люстрации речь не идет. Но то, что на ключевые должности действительно придут люди новой команды, это однозначно. То, что мы будем формировать вместе с нашей фракцией, то, что она будет формироваться, скажем, консолидированно горсоветом для того, чтобы эти люди были в первую очередь эффективны, для того, чтобы эти люди были максимально прозрачны, для того, чтобы они были максимально порядочны и профессиональны. Я думаю, что мы сделаем это все вместе. И здесь не идет речь о том, что это должна быть только команда Скорика. Да, безусловно, личность очень важна, но это должна быть команда вот той новой Одессы, которая будет строиться после 15 ноября. Такі питання, ми вже неодноразово про це говорили, але так, є підтримка, ну, в колективі, скажімо так, так, є підтримка в міськраді, але останнім часом без підтримки в столиці, без співпраці з партією, припустимо, там, яка є в парламенті, ну, дуже важко просувати якісь там державні проекти, якісь там важливі такі великі, величезні проекти. Про це думали, Микола? Ну, в первую очередь, вот действующий мэр, его, скажем, компания, она основывается на том, что вот он умеет договариваться, и благодаря этому он отстаивает интересы Одессы. На самом деле его договоры — это отстаивание собственных интересов и желание остаться у руля и на свободе, потому что достаточно много к нему претензий со стороны правоохранителей. За это у нас появляются от разных столичных застройщиков на разных наших участках одесских появляются, ну, с моей точки зрения, незаконная застройка, хаотичная застройка. У нас появляются абсолютно нелогичные шаги с точки зрения бюджета и многих других вопросов. Вот что мне не придется делать, это маневрировать между, скажем, Киевом для, и скажем, и
торговать интересами Одессы. Да, безусловно, для того, чтобы выстроить правильные отношения, должны быть, надо уметь договариваться. Я думаю, что мой опыт в областном совете, я это демонстрировал, что у меня работали разные политические силы, при моем председательстве работали консолидированно. Но торговать политической позицией, когда ты сегодня поддерживаешь Порошенко, завтра Зеленского, позавчера Януковича, а послезавтра будешь поддерживать кого-то нового только для того, чтобы остаться у власти, это не политическая позиция. Все-таки мэр — это, скажем, главный политик в городе, который определяет не только хозяйственную, но и политическую жизнь в городе. И он выражает большинство, скажем, и выражает точку зрения большинства жителей города, которые отдали ему, по идее, свои голоса на выборах. Поэтому позиция наша будет, естественно, с опорой в первую очередь на фракцию партии «Оппозиционная платформа за життя» в украинском парламенте. Но, еще раз говорю, мы будем строить наши все, скажем, какие-то возможные договоренности, исходя из наших политических убеждений, исходя из нашей программы, с которой мы идем на выборы, я как мэр и наша политическая сила, исходя из консолидированной точки зрения в горсовете, и я думаю, что в этом плане мы найдем именно тот консенсус, который и сохранит политическое лицо Одессы, потому что на сегодняшний день вот в украинском политике принято, что вот есть разные города, там есть города с характером, там своим, там Львов со своим, там Донецк со своим, а Одесса принято как бы вот воспринимать в последнее время в Киеве, что слово одесситов, оно сегодня так, завтра сяк. Я думаю, что пришла пора этому, скажем, положить конец. Действительно, Одесса — это звучит гордо. Мы должны максимально объединить тех одесситов, которые внутри Одессы, тех одесситов сильных, которые за ее пределами, и сделать так, чтобы Одесса действительно была городом-героем, городом-жемчужиной, не просто на словах или рекламных буклетах или, опять же, на бордах, а чтобы это действительно чувствовали люди, в первую очередь, живущие в нашем городе. Тим паче, не можна запитати вас, як досвідченого фінансиста, останні роки Одеса отримала величезну фінансову, не скажу допомогу, так вийшло, що бюджет нашого міста не маленький. Але я дивлюся, як розвиваються інші обласні центри, такі немаленькі обласні центри, Одеса, на жаль, в деяких питаннях вона буксує. Я не бачу, не тільки я, експерти, економісти, фінансисти, урбаністи, фахівці з питань інфраструктури, не бачать тих кроків, які могли бути за наявності таких коштів. Ну, действительно, на сегодняшний день это более 11 миллиардов гривен, из которых порядка 2 миллиардов гривен – это бюджет развития. Я уже сказал в части передачи, что есть, считаю, резервы увеличения этого бюджета с точки зрения наращивания доходной базы. Вопросы бюджета мне особенно близки, потому что 3 года в Крыму я отвечал именно за наполнение и республиканского бюджета, и сводного бюджета. Я работал непосредственно со всеми городскими и районными бюджетами. Я знаю достаточно детально их проблемы и стиль взаимоотношений Министерства финансов Украины с регионами, который, к сожалению, не сильно поменялся. Я думаю, что нам нужно, кроме того, что повышать доходную базу, скажем, изменить акценты развития, скажем, трат бюджетных рат. В первую очередь, это, я считаю, что на современном этапе, это 2 ключевых вопроса. Это вопросы социальной защиты и тарифов. И одесситы должны чувствовать в этом плане взаимодействие города с монополистами и участие города в этом вопросе. Я считаю, что одним из ключевых вопросов является борьба с ковидом и справедливый доступ одесситов к медицинским услугам, потому что в условиях такой абсолютно неразумной так называемой реформы Супрун Министерства сферы здравоохранения, то я считаю, что город мог бы сделать намного больше для того, чтобы защитить одесситов и дать им возможность действительно получать современные услуги и в части борьбы со страшным заболеванием коронавирусом, и в части других заболеваний, которые во время пандемии никто не отменял. И, скажем, хронические заболевания, разные ургентные случаи. Я считаю, что, опять же,
Ну вот когда говорят о том, что фактически закрыто ожоговое отделение в 10-й ГКБ, для того, чтобы отдать это под коронавирус, безусловно, это важно, но тогда куда везти тех, кто получил эти страшные ожоговые травмы, и много других вопросов, на которые, по идее, городская власть, вот у нас говорят, что там, вот, когда была первая часть локдауна, или, вернее, локдаун весной, то говорили о том, что это сделано для того, чтобы подготовить медицинскую систему к возможному там, росту заболевания. Вот у нас на сегодняшний день уже практически Украина приблизилась к 10 тысячам заболевших в сутки. И в Одессе тоже колоссально нарастает. То есть все наши больницы, там уже у нас и больница в парке Шевченко под ковидом, и больница еврейская, первая городская под ковидом, и вот часть 10 и так далее, людям, с одной стороны, не будет куда обратиться по плановым заболеваниям, по хроническим заболеваниям ургентным, а с другой стороны, действительно возникают вопросы и по лечению ковида, потому что не хватает кислорода и так далее. Шагов, которые были бы направлены на то, чтобы, скажем, что-то новое было построено, там, закуплено и так далее, я что-то не слышал. Нет медиков. И самое главное, выплаты медикам. Потому что, когда говорят об этих 300% выплатах, это миф. Людям, у нас, с одной стороны, не хватает коек, но самое главное, что не хватает и медперсонала, потому что люди увольняются, и такое происходит в большинстве больниц, потому что за те копейки, которые они получают, так рисковать своей жизнью, рискуя каждый день, заболеть, а многие уже переболели и не получили, то есть им специально, и об этом это не там, такая тайна Полишинеля, что медикам запрещают ставить диагноз COVID, потому что нам нужно платить компенсации по закону, и они там вроде по бумагам болеют чем-то другим, а на самом деле переболели ковидом уже очень многие из тех, кто лечит наших земляков-одесситов. Я думаю, что это все видят, и это ключевой, опять же, вопрос на сегодняшний день. Можно говорить о многих других вещах с точки зрения развития города, с точки зрения там, транспортной инфраструктуры, многих других вещей. Но на сегодняшний день я считаю, что вопрос социальной защиты, тарифов и вопрос медицинского обслуживания в этой ситуации — это ключевые вопросы, и они должны быть первыми приоритетами городского бюджета. Щодо інфраструктури цих питань, я все ж таки вважаю, що у нас ще буде час до виборів обов'язково зустрітися і обговорити це питання, тому що Одеса заслуговує на ефективні класні інфраструктурні проекти. Дякую, пан Миколу, вам за, дякую, як завжди, змістовну розмову. Успіхів, терпіння, як мінімум, на цей тиждень, і всій вашій команді. Дякую. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. Згодом новини, перший їх випуск. Бережіть себе.